выгонит, не выгонит. Выгонит или не выгонит? Точно выгонит. Не выгонит. Не, не выгонит. Она про коньячок говорит, а вы что скажете тогда? Ревность — это нормальное человеческое чувство. Знаете, так много сиропа и вообще не чувствуется алкоголь. Да вы с алкоголем. Ну вот если кто-то и от нас. Нас дует. Все было очень круто. Что такая идешь, когда все офигенно. То еще раз? Давай. За угол. За угол. И на точку. Да давай уже драться. Не, еще рано. Ты уже зажигай. Давайте уже сожжем этот ресторан. Не пали контору, не надо вслух это было говорить. Вас оставим. Нам кофе приносили. Еще раз. Девочки, простите, пожалуйста. Саша, как? Ничего, высунула прямо. Давайте еще раз повторим эту сцену. Вообще были очень классные. Сцены. Леночка, а можно я тебя попрошу? Конечно, я знаю, ты всегда говоришь. Просто... Были классные сцены, но мы все переснимаем. Ну, если у вас по органике идет, то это сделайте. Я буду давать за вас. Давай сделаем. Приготовились. Камера есть. Да. Сейчас мы сделаем общий план и снимем. Вы можете тоже уже... Костяшки, я так голодю. Да! Красиво это такое. О, кстати, это смешно подзвучит. Саша же говорил, давай хореографию. Хореографию. Да что у вас там происходит? Макса месяц уже. Давайте еще раз. Она решила снимать сторис с нами, но... Здравствуйте. Просто хочется именно вот этот эффект не выдавать вначале его лицо. Нет, это в конце. Все. Стоп, Наташа! Так, давайте, еще один. Девчонки, давайте на температуру. Давайте, Саша. Приготовились? Да. Так, посмотрите, пожалуйста, в камеру. Все, в камеру. Отлично, все видны, все на слухе. Болтаем. Начали. Артур, я тебя поздравляю, это у тебя была крайняя сцена. Все. Браво, Артур, это была великолепная роль. Оскар, Оскар. Экшен. Еще раз нога. У меня рукопашный бой. У меня тэквондо. А вот прям на голову провести, но просто не успеваешься. Еще раз. Да, рукопашный бой. Раз, два, три. Да. Ой, да, можно сделать такая, типа, идешь, такая, тянешь, шляк, и, может, там, по шее, вот так вот. Поняла? Ну, прям, чтобы... И хорошенечко затянуть, да? Да, именно так. Девочки, вы уже переписали преимущество все на Маргу? А теперь узбекский свадьба! Плов будет. Как конечно, из камчатского краба. Я говорю, раз, два, три, и мы одновременно снимем. Раз, два, женщина. Так, Тём. Осторожно, не опасно. Я осторожно вас в поиске. Да. Все, да. Все.
Раз, два, три. Начинается. Саша, у меня все пузы мокрые. СМС-ку на номер 5533 получи приворот на мужика.